В Центральном парке культуры и отдыха оживленные многолюдно организованные колонны прибывают одна за другой. Это ребята из детских летних лагерей, функционирующих на базе средних школ муниципалитета, спешат на традиционный ежегодный праздник с книгой в лето. В этом году в нем принимает участие более 200 человек из 10 учебных заведений. Всех зрителей ожидает интересная, развлекательно-познавательная программа с участием артистов, очень такая интерактивная. Мы ориентируем ребят на то, что лето – это хорошо, отдых – это прекрасно, но не забывайте и дружите с книгой, и объявляем обо всех наших интересных мероприятиях, которые ожидаются в течение лета. Праздник приурочен к Году театра в России и 90-летию Ленинского района и Московской области. Поздравить ребят с началом летних каникул и пожелать удачи в предстоящем квесте пришли представители администрации района и города. Пожелать вам хорошо отдохнуть, попасть на разные мероприятия, пойти в театр, почитать интересные книги и потом нас всех порадовать своими знаниями. Так? Ребята из каждого детского лагеря уже сформировали команды, куда вошли 10 самых смелых, быстрых и умных участников. После небольшого представления команды отправились защищать честь своей школы. Им предстояло пройти 13 станций и на каждой выполнить особое задание, уложившись в 3 минуты. В одном слове зашифрованы 3 спектакля, и они должны отгадать. Если справляются, получают 3 балла. Если не справляются, дается дополнительное задание, но за то задание уже получает 1 балл. Ребята участвовали в литературной викторине, играли в театральные классики и крутили хула-хуп, одновременно называя 5 слов по заданной теме. Прыгали через скакалочку, разгадывали головоломки и строили геометрические фигуры. Словом, скучать было некогда. Тише, Танечка, не плачь, не уходит, прищемляешь. Самое сложное было, что надо было повторять поговорки очень быстро. Вот, но так мы все справились. Мне понравилось, когда я прыгала через скакалку и рассказывала скороговорку, еще когда крутила обруч. Веселый праздник не оставил равнодушным никого. Даже прохожие пускались в пляс. Победителем в этом году стала команда «Улыбка» из Видновской гимназии. Но на празднике с книгой в лето проигравших нет. Каждый получил диплом за участие и, самое главное, хорошее настроение. Екатерина Борисова, Александр Будников, Ольга Садовская. Видное ТВ.